окружные соревнования. Они мне не верят. Они говорят, что я вру, и вы все врете. А ребята занимаются в 86-й спортивной школе. Они с допущенным соревнованием пытаются нам испортить праздник. Рамсы вообще голимые. Вот у меня такое же ощущение, когда именно армяне в монастыре начали рамсить. Да, конечно, можно подходить, хоть два раза. Сюда-сюда. Че, игра уже началась? Такой ему командным голосом. Все нормально, главное, взгляд суровый. Свисток в зубах. Можно было бы эту экшн-камеру туда прикрутить. Я сейчас чуть лапать не получил. Прикинь, был бы такой. А у нее широкий этот поле. В принципе, гораздо круче было бы экшн-камеру подвесить ниже кольца. Чтобы сюда было. Какие данки. Какие данки. Да, Thank you.
11. Вот, знаешь, ощущение такое, что оно просто перебито булавами в шлеме. Наверное, да, да. Слышишь? Чё? Сам просто перебит булавами, будучи в шлеме. Волк? Да. Прям вообще не возникает сомнений. Воин. Видел, он здесь отходит. Да, смотри, вот на площадке был. Без замен получается? Серега, стоял, смотрел, все, смотрел.
подходит. Thank you.
счастлив, я так рад. У меня есть ты и ты. Хочу сказать благодарю и говорю. Идем. Мерси, что ты. Неси, спасибо, что ты есть. Читал брошюру, называется, короче, валялись у кришнаидов брошюры всякие, типа, там, гиты и всего прочего. Такое, типа, совершенно спалёки. И где-то там внизу она просто поставила меня в ступор. Просто обложка и текст. Почему вы приняли мусульманство? Я такой, ну блин. И такой. Я что? И чувак такой. Такой, ну действительно, почему же? Такой начал читать. Интересно, что
А что в тюрьме там никакой принцип делает вообще вообще? Где ты? Вот прямо бегает по пустому черту. А, не знаю, играет. Ну такое какое-то и не играет тоже. Волга! Один бей! Обратно! Да почему он обратно? Он же выиграл! Итак, хорошо.
Давай, молодец. Спасибо! Смотри, они тут толстенькие, маленькие такие. Ой, а кто это нас сидит? Кажется, это девушка. Ну, у нас в команде такой симпатичный. Значит, у нас больше шансов. Не факт. Это что это? Это не она, сказала. Девушка. Как девушка будет судить баскетбол? Если она мастер спорта по баскетболу. Они уравновешенные все. Что такое? Подождите, какого хер дарю? А это уже финал?
Я с регламентом не очень хорошо знаком. Подустали уже. Много ошибок, просто уже сейчас. Ну да. Просто сейчас они проходят и уже, наверное, 4-5 удара не реализовали. Вот. Оп. Нет, ну это. Вон сфотографируй. Или различимый. Я где-то ее сам увидел. Миша, даже. Вот молодец. Молодец! Встал, подумал, ударил. Ну что, ну все как. Все равно там накрыть нет. Не-не-не-не. Ау! Yeah.
Вот, нормально. Слышь, давайте на быстрый. Там совет команды был хороший. Слышишь? Не знаю, она очень тихо говорит. Минута. Не надо. Блин. Хотят они упражняться. Да чё упражняться? Дальше только сложнее будет трёшку кидать. Уже... Вот, Миша, давай, молодец. Вот, подобрал. Вообще Миша достаточно стоять под кольцом просто вовремя и все. Да, ну он выше, чем они. Просто выше. Просто очень устали. Ну, ой, вот, ну, давай, Миша. Молодец. Миша, по-моему, сейчас уже сколько? 3 или 4 заколотил. Ну, правильно. Для этого центровой нужен. Вынес. Молодец. Да ну не надо, трёшка. Ну пройди, ты же можешь. Всё. Что за выпендрёж пошёл? А, всё, время. Да. Значит. Аж сердечко прихватило. Старый я стал для всех этих. Too old for this shit. Нет.
Блин, ну вообще темно уже, ничего не видно. Так его не надо. Так он сам так улетел. Молодец! Молодец! Ну и все, все и требуется. Господи, ну как учил, как батька учил. Ну вот тут-то подбора нет, ни хера. Потом сквозь всех просто, как через масло. Там у них вяло все идет, на самом деле. О, молодец! Все, про пробежку там. Молодец! Воу, свет! За какой свет? Чего? Да вон включил, сейчас они. Может, сейчас. Нормально, нормально, минут 5, не больше. Как раз столько, сколько будет. Он еще и желтый. Офигенно. Тут белый, я что надо. Все, я поехал под этими лампочками. Ой-ой-ой, Миша, чуть-чуть, не понял, немножко. Останки не идут, да? Молодец, молодец, молодец. Молодец, как мало. Сколько папа зарабатывает? Все, причем? Оп, правильно. Еще раз, чё? Подобрал. Молодец. Забей. Сколько? С каким счетом? 10-2. Отлично. 2, то, что надо. Thank you.
Последний момент. Сам, давай! Молодец! Серг, поставь!
Молодец. Передавал Тане послание в Норвегию, она через своих преподов, которые потом туда поехали, ей передала. С буквы, что ли? Сейчас доверяю. Давай, протолкнул! Поговаривай, ну так. Ну что ты такое?
делаю, как он заказывает. Ну вы что там стоите тут? Мы селфи делаем, не мешайте нам. Там все поместились, нет? Меня не видно. Шикарно. Теперь без селфи, если забыли. Как без селфи? Ну давайте. Что-то он криво склеен как. Что, у нас теперь два таких кубка? А, ну типа, круто! Че? Передай привет Будённому, Савкину, маме. Передай привет Вове, которая победила. Я понял. Вов, передай привет мне. Да? Привет! Что, передаю привет Никите, нашей великолепной трёшке. Этому божественному проходу, этому нашему центровому. Божественный проход, это хороший. И нашему главному тренеру, который затащил сегодняшний геймер. Да.